5 рублей. 1991 год. Государственный банк. В центре реверс изображение узорчатых ворот Государственного банка в городе Москве. Вверху вдоль канта полукругом надпись «Государственный банк». В нижней части реверса надпись «Москва». Под ней дата римскими цифрами 19. Русская буква «В». 19 век. На аверсе государственный герб СССР образца 1956 года. С 15 перевязями ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик. Под гербом на всю ширину монеты аббревиатура государства, надпись СССР. Ниже в две строки номинал 5 рублей. В самом низу мелко указан год чеканки 1991. На гурте две надписи 5 рублей, разделенные двумя пятиконечными точками. Оформители художник Бакланов и скульптор Иванов. Монету из медно-никелевого сплава весом 19,8 грамм, диаметром 35 миллиметров, толщиной 2,6 миллиметров, чеканили на Ленинградском монетном дворе. Общим тиражом 2 миллиона 500 тысяч штук. Из них 350 тысяч штук коллекционного исполнения пруф. Средняя цена 200 рублей.